Вот появляется такая штука. Так вот, когда вживую втыкал я в компьютер вот эту вот штуку и нажимал вот так вот Leave CD, вот у меня он почему-то не на флешку меня выкидывал, а сразу предлагал установку. Сразу ставить на жесткий диск. Вот такая вот штука была, значит, когда я записывал ее, этот образ в винде программы Rufus. Да и, по-моему, и Юмик, по-моему, тоже. То же самое было, да. Вот. Ну ладно, давайте посмотрим. Специально показываю вам, видите, значит, программа не растягивается. Вот я обратил внимание, Манжара, сборочка, значит, изообраз, растягивается по-любому. Образ, созданный систембаком, вот моя последняя сборка, тоже не растягивается. И Раболинукс, по-моему, тоже не растягивается. Вот только Манжара, значит, оказался, как говорится, очень таким эластичным и спокойненько растягивается. Ну вот тут программа, значит, делает там свои сообщения. А загрузка у PC Linux, она, скажем так, не быстрая. Вот предлагается, значит, выбрать тип, значит, клавиатуры. Ну, я не буду тут ни русскую выбирать, ничего, а просто вот выберу английскую, потому что чтобы избежать многих там заморочек, мне потом проще поставить английскую сборку и переделать ее в русскую, чем чего-то изначально там творить. Хотя, ну, в принципе, можем и попробовать. Это вот типичный экран загрузки всех кедов. Вот появляется там 5 этих картинок на экране. Вот. И вот у них выглядит вот такая вот штучка. Вот видите, не растягивается, вот хоть ты тресни. Значит, ну что, я сразу могу сказать, что вот если даже с Манжаро сравнивать, то все-таки несколько детский вид. Пароль, значит, гость, гость. В корне, значит, пароль тоже простой. Root, root. Значит, все. Программа, значит, там запущена. Что дальше? Значит, ну, типичные кедовские штучки, значит, установки, значит, там настройки панельки. Ну, программ, значит, там в алфавитном порядке, там как это выглядит, там в пикселях, ну, можно поменять там эти самые размеры, таскбар. Значит, в три ряда там можно, значит, layout. Тул-типы там, значит, анимация. Ну, такие, ну, простейшие настройки. Ну, кстати, вот эти вот кеды, они у меня очень устойчиво работали. Значит, и несмотря, вот, скажем, на не совсем совершенный дизайн, вот если сравнить там с Linux Mint, там с Manjaro, где видно, что там художники хорошо поработали. Но по надежности они, в принципе, работали хорошо. Установщик программы, синаптик здесь. И, значит, в официальную сборку. Ну, давайте посмотрим, что входит. Первое, значит, пошли. Так, архиваторы. Так, есть документация. Есть. Значит, текстовые редакторы есть. Есть редактор PDF файлов, так. Тут, значит, файловый менеджер, вон есть Delfin, Conquer. Но они это хитро сделали, у них, по-моему, еще и был интернет-браузер Conquer. И они как-то там их объединяли, и у них вот это все вот вместе в одной связке хорошо работало. Ну, немножечко игр есть. Я, так сказать, небольшой там любитель графика. Насчет графики, вот посмотрите, значит, здесь, ну, скажем так, есть кое-что, и выбор, скажем, не слабый. Интернет, значит, в интернете, вот посмотрите тоже, значит, Чакок, значит, клиент, типа, ну, для обмена мгновенного сообщения, типа этого.
менеджер управления, значит, облачными там хранилищами. Dropbox уже предустановлено. Firefox установлен. Этот у меня радиоплеер, не знаю, там работал, но, по-моему, русских радиостанций в нем не было. Кэгет, я сейчас не помню, то ли, в общем, менеджер закачек, то ли простых файлов, то ли торрентов, сейчас уже не помню. И вот у них, значит, Conquer еще и был, и есть, вот видите, веб-браузер. То есть он объединен еще и с файлом, таким вот менеджером. И кто в это дело въедет, то может ими, так сказать, очень хорошо пользоваться. Сразу предустановлена программа TeamViewer. То есть практически Dropbox TeamViewer уже есть. И это, как говорится, радует. Значит, офис. Ну, давайте глянем офис. Офис тут, я смотрю, помимо классического LibreOffice, у них еще имеется тоже масса там всяких там наворотиков. Ну, меня, как обычного пользователя, интересует обычная электронная таблица и Word-процессор. Вот и все. Ну, посмотрим таблицы. Пятерочка, значит, один из самых последних, как говорится, вариантов. PC Linux, компания американская. Я долго пользовался ей. Вот, ну, стоял он у меня. То есть, стояло сразу несколько операционных систем. А на него, так сказать, иногда там заскочу, что-нибудь поделаю там и бегу на основные. Но, тем не менее, как говорится, не убирал его, потому что он, ну, стабильно работал. Меня это устраивало. Так, ну, здесь мы можем посмотреть информацию. Ну, 5.1.1.3. Одна из последних сборок. Видно и по внешнему виду. А нормально. Значит, ну что, давайте дальше пробежимся. Центр программ. Калибри менеджер. В основном, конечно, это вот Synaptic. Кстати, VirtualBox Manager, это что обозначает? Нажимаете на него, и он вам начинает установку виртуальной коробочки. То есть, если вам нужна, они не стали загружать сборку, а если нужна, он подключается, и вам автоматически, значит, устанавливается виртуальная коробочка. Ну, в принципе, тоже неплохо. Есть менеджер по локализации. То есть, именно уже, значит, можно тут поменять, значит, локалку, там, английскую на русскую и так далее. А по звуку. Ну что, Клементинка есть. Я и на Linux Mint Cinnamon ее включал. Неплохая программа. Есть аудиоконвертер. Есть проигрыватель файлов MP4 FLV, то есть видеофайлов. Ну, так скажем, самое необходимое есть. Ну, давайте видео посмотрим еще. Это видеоплеер, радиоплеер, камерка. Это берет, снимает снимочки с веб-камеры. Опять-таки этот плеер, какой-то телевизионный вьюер и VLC. Программ для записи с экрана я не видел, но, по-моему, сюда Simple Screen Recorder ставился. Вот таким вот образом, значит, выглядит вот эта штучка. Ну, то есть, посмотрели, мы быстренько пробежались, попробовали, все нормальненько. Ну ладно, значит, что сделаем тогда? Значит, ну, я могу, чтобы каждый раз там не маяться, сделать снимок состояния. Если мне потребуется к ней вернуться, я просто к ней этой сборке вернусь и все, выключить машину, установить текущий снимок. Итак, начинаем, как говорится, терминальные игры. Все-таки я повредничаю и попробую этот образ записать файловым менеджером Nemo. А вдруг, да все-таки он на флешку ее, да и запишет. Значит, PC Linux, создание загрузочного носителя на флешку, записать. Ну, заводим пароль.
То есть, вот понимаете, когда появляется уже определенный опыт, и, допустим, вот уже можно сравнить интерфейсы, да? Я вам показал интерфейс PC Linux. По надежности и по стабильности ничего не могу сказать, и слова даже против. Хорошая, нормальная система. Ну вот, возьмите, например, ну вот покажу, смотрите. Пока там программа записывается. Вот посмотрите, как даже вот начальные, как говорится, у Манжара выглядят. Все четко, продумано. Грузится он быстрее. Теперь посмотрите, что вот никакой детскости, я это называю, никакой детскости у них не будет в интерфейсе программы. Сейчас вот он загрузится. Там и запись идет, и запись для записи с экрана. Программа у меня работает. Так, тут ресурс у меня расходуется. Но тем не менее, дождемся. Вот, пожалуйста, посмотрите. Я так решил на свою виртуальную коробочку, что она там чего-то там плоха, что-то там не работает. Вон, можно весь экран расширить. Видите? То есть зря грешил на свою же виртуальную коробочку. Все дело, как говорится, в самих изообразах, скорее всего. Вот посмотрите, как продумано, как четко все это выверено, как это все красивенько. Помните, что вы видели, я называл детскостью? Вот посмотрите, как вот иконочки тут это самое расположены. Как все вот это вот устроено. Вот в менюшку там, допустим, зайти. Вот, посмотрите. Вот. Можно поменять, кстати, я всегда здесь в Manjaro менял стиль иконок, потому что вот этот стиль иконок мне не очень, скажем так, нравился. Но все равно, ну вот видите, вот есть определенная такая вот, скажем, продуманность. То есть у Manjaro художники поработали на славу. Manjaro — это веточка Arch Linux, но так же, как вот Linux Mint, веточка Ubuntu. То есть практически слов нет. Все сделано красиво, лаконично и нормально. Вот таким вот образом. Ладно. Значит, ну что я, тут машина сделает уже снимочек с экрана, каждый раз его там не загружать. Так, что у нас тут пишет наша флешечка милая? Еще пишет. Ну, еще покажу вам еще один вариант. А вот смотрите, значит, сборочка Раболинукса работает как. Это, значит, компания там такую хитрую хитрость придумала. Это просто смеяться долго будете. Вот тоже, посмотрите. Вот, образ-то не хочет, как говорится, плавно изменяться. То есть практически только Manjaro может вот так вот плавно, как говорится, изменять свои размеры, а все остальные сборки-то не очень-то. Эта компания вот что сделала. Она, значит, сделала, вот смотрите, поддержка Windows XP, 32/64, семерки и десятки. Но главная-то хитрость в том, что они вам, значит, вот этот образ дают. Вы его можете установить только на флешку. А установить на жесткий диск вы не можете. За то, чтобы установить эту операционную систему на жесткий диск, вам здесь придется заплатить. Сколько, я не знаю, как говорится, не интересовался. В принципе, ну тоже, вот посмотрите, интерфейс-то у них графически продумал-то хорошо. Все сделано, как говорится, красиво. Это вот у них сборка как раз называется, по-моему, цинамоном. Но сделано-то все красиво. Слов нет. Вот, пожалуйста, значит, так, что тут? Изменить, допустим, фон рабочего стола. Ну вот не нравятся мне военные самолеты. Ну и что мне это самое? Смотреть на них.
Да вон, я лучше природу какую-нибудь там выберу. Сейчас поглядим. Да вон, я лучше белочку возьму. Вон, и пусть она себе орешки грызет. Не так грозно. Вот. То есть, вот видно, что вот установки панели, панель, значит, панель. Так, традиционная внизу. Так. Сразу можно две панели сделать. Ну как там у них там это все это дело там включить там и так далее. Я уже это самое тут голову ломать не буду. Ну, короче, вот появляется как бы своего рода художественный вкус вот на все вот эти вот сборки. То есть, когда какой-то там Вася Пупкин на коленке сделает свою сборку, бьет себе в грудь и кричит, я там что-то создал, ну, понятно, вопросов нет. А когда, как говорится, работают команды и когда создают продукт, ну так о чем тут говорить-то? Конечно, продукт готовый будет у них лучше. Вот и все. Ну ладно. Значит, что мы делаем? Я его, значит... Ну вот сейчас еще последнюю протестируем сборочку. Тот же Манжаро, но LXQT. Очень легкая сборочка, предназначенная для стареньких компьютеров и ноутбуков. Она буквально там меньше гигабайта весит. Манжаро все, посмотрите, имеют общий интерфейс. То есть все продумано. Дизайн. Ну, видно, что работала настоящая целая команда. И вот также вот образ вроде бы пока у него не очень хочет растягиваться. Но посмотрим, когда окончательно все это дело установится. Поглядим. Ну вот таким вот образом выглядит Manjaro LXQT. То есть виден единый, скажем так, дизайн фирмы Manjaro. То есть везде все вот сделано в едином стиле. Нормально все. Вот. Значит, ну, не буду тут я сильно ползать. Ну вот, посмотрите, все самое необходимое есть. Блокнотик есть. Файловый менеджер есть, графические, значит, программы, значит, есть Chrome, есть BitTorrent, есть Office, только очень маленький, AbiWord. То есть, ну, потому сборка она такая и легкая. Значит, ну, системные, как говорится, инструменты тут хорошо представлены. Тут и установщик там программ, Octopi. Это как поставить Manjaro, значит, на жесткий диск. То есть, в отличие от RoboLinux, они не боятся, как говорится, чтобы люди загружали к себе на жесткий диск их системы и просто смотрели. У Manjaro очень много поклонников. И мне Manjaro нравится, я неоднократно об этом говорил. Но если они приделают еще System Bug к Manjaro, ну это будет просто для меня счастье. Вот. Хорошая операционная система, так что кто там, скажем так, не озабочен бэкапами, как я, да ради бога, берите, как говорится, и ставьте. Вот и все. Значит, что, значит, на сегодня удалось нам, значит, сделать? Мы посмотрели несколько, значит, операционных систем. Значит, Linux, посмотрели мы RoboLinux, посмотрели Manjaro XFCE, крыску, и посмотрели Manjaro LXQT, легенькую такую сборочку. Значит, такой вот кратенький обзор, чтобы показать, насколько действительно велик мир Linux. Ну и теперь напоследок посмотрим, значит, сборочку LMC Linux Mint Cinnamon.
Значит, эту сборочку делал я. Делал 20 марта. Тут совсем, как говорится, недавно. Вот. Ну, пускай грузится, ладно. Моя сборка. Ни RoboLinux, ни PC Linux. Они не смогли этого сделать. Только Manjaro. Вот и все. Тут уже очень много программ, предустановленных, настроенных. Все, как говорится, на русском языке. Менюшечка хорошая. Опять-таки, видите, тут все на русском. Очень-очень много программ. Я на этом зацикливаться не буду. Посмотрите. Значит, отменю я сейчас. И также она не хочет вот эластично растягиваться, как, допустим, Manjaro. То есть, не я, как говорится, один такой. Вот что я вам скажу. Но, тем не менее, значит, пожалуйста, смотрите, есть обучающие видеоролики, программы, как там что настраивать и так далее. Вот, ради бога. Значит, мы сейчас сделаем снимочек состояния. И сборочку закроем. Поэтому, если быть честным, то вот по дизайну, там по красоте, ну, я бы, конечно, бы Manjaro бы вывел на первое место, потому что у них работает, скажем так, очень хорошая команда художников, там дизайнеров, я не знаю, там кого. Затем сама по себе операционная система, веточка Arch Linux, тоже считается одной из очень надежных таких операционных систем Linux. Легка в управлении. У них очень богатые репозитории. Очень много у них там всякого софта. Поэтому, в принципе, кто интересуется, поищите, скачайте, потренируйтесь, там ставьте. Никто вам, как говорится, здесь и слова не скажет. Вот таким образом. Значит, у PC Linux, даже через команды, которые предлагал работодатель, ничего подобного не удалось поставить. Это самое... Образ на флешку не ставился. Так что, как ни печально, но PC Linux поставить на флешку, скажем так, может быть и можно, но не очень-то хорошо. Итак, краткий обзор программы я закончил. Желаю вам всего наилучшего, всяческих там успехов, удач. И выбрать себе по вкусу любую сборку Linux, которая вам нравится. И пользоваться ей в свое удовольствие. Так что до следующих встреч.